Мы кого ждем? Кирса вроде бы. Кирс подошел. Локи. Хекси с женой Энн. Элбрил. Остался Лок. Керия Лох. И Элбрил. Кириллох подошел. Пан, ты тут? Элбрил, только тебя ждем. Элбрил, подходи. А я за синдру, за профа давал, да? А у меня, кстати, вот эта хуйня наебнулась, то есть понял, когда открываешь чисто ЕП смотреть. Вот после обновы, блядь, не знаю, почему не включается. То есть, чтобы не в гилде смотреть, а вот отдельный, понял, окошко. Это галочку в аддонах. Выйдешь, релогнешься, поставишь. А я уже ставил, я пробовал, нихуя. Оно просто отключается, бывает, после обновы. Мне так было. Не, там, знаю, там, блядь, она становится серой галочкой, либо отключаются вот эти старые, чтобы работали. Я все поставил, нихуя. Подожди. Заебали, блядь, вот. Я хуй знает, постоянно что-нибудь обновляет, какую-нибудь залупу докинут, я не знаю, там, блядь, санило, блядь, питомца, блядь. Я вон, короче, вороком, блядь, черепаху выбил с сундука. Она была охуенная с такими зелеными вставками. Блядь, я день на ней поездил. Что они мы ждем? Запустил босса, если что. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь из... Пан, смотри, не сдохни. Там жопой повернись. Десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Thank you.
В паркане? Да. Ну посмотри. Да. Нету. Блять, я в бальке в ромбике. Ромбик свичнули. Че, в печеньках впереди. Геро. Треугольник это не лок, что ли? Амбах. Чардж сделаешь. Добивай. Да. В ромбике хил. Веди лича, готовься на край. Веди лича к ромбику. Лича к ромбику. На краю 40%, чего там делать? Да все, все забыл. Сверх бейте. Не забывайте бить сферы, и в комнате надо бить духов. Все локи, все маги, ШП и одна сова и хант, бьете духов. Если духи долетают до рейбер, всем РДД придется начислять ГП. Есть у кого-то еще, нет, кроме? И Нера порешал, дай Элбрилу, забейте две сферы, внимание, одна улетит сейчас в рейд, мы улетим отсюда. Я чешку дам первый. Вам же не дать? Так, бежим за звездочкой. Бежим за звездочкой.
звездочки. Бежим, бежим. Вот лужа наперед, в ней прохиливаемся хорошенько. Двигаемся в звезду. Двигаемся дальше. Духи спереди летят, их надо убивать. Пробегаем быстро. Уже в звезде находимся. Надо не по каким щелям прятаться. Просто разбегаемся, осквернение. От осквернения отбегаем. Бьем лича. Скоро будет еще одно осквернение. Комната будет? Вот она. А чё, кстати, Войд молчит? Он что-то вроде говорил, что-то молчит, да? Слышно? Войд, слышно? Хорош, ты чё вы? Да не прыгай же ты, ёшкин кот, не прыгай, смотри. Может, на месте оставим? 13 минут. Сквернение. Я увидел осквернение на жужины и думаю, что сейчас будет валить. Прыгаем с обрыва, нет, не прыгаем, блять.
Просто весь рейд прыгает с обрыва нахуй, одна сова с осквернением остается. И разливает лужу. Да. Ну хули вы хотели, это искусство эрелить, да еще и смешить людей при этом. Че, Джайн-то пиздить будет он? Подожди, можно мне как-то в инст попасть что-нибудь? Ну что-нибудь можно там, хуй знает, пошаманим сейчас. Так сундук пусть не открывают. Ну хуй с ним, не открывайте сундук там. Мы лежим еще, пока там Лич рассказывает что-то. Блять, почему на серве тут мультика нету, блядь? Курухара, ты в шторма был или ты в Иллюжина был? Я ветеран этой гильдии. Не, просто я не помню, в шторма был ты или не был. Каких штормах? Его не было там. Ну, значит, тут. Он в Жоках, по-моему, только был. И тут. Когда там, блядь. Я и в тьме был, я помню, возможно. Что он где-то был. Штормы бы его просто не взяли бы. Он недостоин. Смешно. Сука, серьезно, там за счет варов я смотрел. Я бы тебя просто не взял бы туда. А что за штормы-то, бля? Раньше она была, сейчас ее нет уже. Ну-ка, объясните мне, а как, блядь, скачать? Мне этот адмирал дал ссылку, и там какой-то, блядь, ебучий сайт, GitHub. И, короче, как скачать эту хуйню всю? Где качается это, блядь? Ключевое слово хуйня было, да? Загрузки, да, нажать? Ну, что-то хуй знает, ничего не работает. Как скачивается? Он из облака скидывает. А. А хуй его знает, что это, как это называется. Пиздец, я тупой. В то время, Курухар, когда я там был варом своим... гильдии, я за варов отвечал, и по набору, грубо говоря, я там делал. Я бы тебя просто там не взял. Я вообще-то вот не буква в алфавит. Я. А кстати, чё Гера на Личе не было? Как это не было? Ты что? По-моему, не было. Ну вот сейчас дали. Да не было. Так, ты говоришь девелопмент какой-то, хуй пойми. Не, пиво по туалетам это ты, блядь. Спец. Поставьте шкаф, суманите. Блять, я не ебал. А зачем открыть? Окей. Это все монорок. Уже можете не суммонить, блять. А нахуй открыли? Сказали, что не открывать. А, есть у кого? Я получил 600 ОД. Ну, там, опа, коня как раз. Да не, прилив заберут, у нас там два мага. Два мага накидал. Я сколок упал. Можешь резисту сразу кидать. Где вы уже залутаетесь, блин? Чё он ссылка? Ссылка когда уже вышла? Я хер знает, сколько за ним хожу, он просто в вечерках не падал ни разу, по-моему, очень долго, точнее. Вот, позапрошлое КД, анкил забил. Так, падение на распыл, да? Или надо кому-то? Жунену отдал пока что. Да зачем? Я же нажал говно. Понял. Тетя Жужина будет бить, нет? Так. Че, резисту надо эту хуйню, да? Да. Да? Алло. Да.
будет варкань, теперь хоть с приливом. Все, короче, решили. Курухар будет за вар теперь отвечать, а пиво по туалет. Рульте коня. Лук тебе рановато. Этот самый друид тоже. Кто там? Помогайте. Фарада, Кирс. Чё, Карухару отдавать? А Карухар, его ни на открытии не было, по-моему. А. Он ветеран. Шёл, полутал, что туда. Я не помню. Открытие. Ну, вообще, Карухар, по-моему, был когда-то... Не, через... Через ЕПГП лутмастер можно будет передать. А Кинари, у тебя на конике есть конь? Да. Я говорю, через ЕПГП лутмастер сможешь передать Карухару. Он Карухару отдай, да и все. Да. Давай попробуем. А прилив кто, резист забрал? А его нету тут. Да, я. Карухар, ты нажал мейнспир? Жены, ну у тебя коня нету? Самого левого. Чего? Да, ну я на первом. Наверное, и полетки нету. И что, ему не отдавать? Так а что, если Курухар не можешь отдать, отдай мне. Да пиздец. Учи коня. Почему не мне? А чё мы это, джайну будем или всё расход? Void Defender. Что? Почему я не получил коня? Ну, потому что на конике есть. Но у жены на один перс. Ладно, в следующий раз за руку. Хуй знает, коника, я б на твоём месте прямо сейчас ваги написал в личку насчёт этой хуйни. Вообще, блядь. Какой хуйни? На том КД, блядь, Шторм Синги тоже не получил непобедимого. Не знаю, не знаю. По-моему, Войду пизда. Так. Всё нормально. А чё, квест был на Синдру, да, нихуя себе. Всё, а чё, Вага ещё не пришёл? Ты ЕП дал за лича? Сейчас, погоди, я портуюсь. Сейчас я дам. Вроде за профу давал, сейчас 500 ещё дам. Вопрос в другом. Почему, блядь, Жунуэ нахуй ходит? И этот баклан не может никак вырулить, блядь, с непобедимым. Баклан. Дал 500 там. Все, можете быть свободны. Что-то ваги нету, еще полчаса до конца РТ, ну, можете уже быть свободны. Ты это, 25 обычку будешь собирать?